Всем привет, дорогие мои друзья! Привет из солнечной Италии, а точнее из города Неаполь. Сегодня в городе траур. Я думаю, траур также и в Аргентине, потому что знаменитый футболист Диего Армандо Марадона в 17 часов 8 минут ушел из этой жизни. После операции на голову сердце просто отказалось биться. Благодаря этому футболисту, почему в Неаполь его очень любят? Потому что благодаря ему Неаполь два раза выигрывал чемпионат Италии по футболу. В Неаполе все говорит о Диего Армандо Марадоне. Есть улица, названная в его честь. Есть рисунки, фотографии по всему городу, что говорят о Диего Армандо Марадоне. Для них он бог, который жил на земле. Были у него проблемы и с налоговой итальянской. До последних дней его жизни были проблемы с наркотиками и алкоголем. Но, несмотря на это, для них он бог. Родился он 30 октября 1960 года. В этом году ему исполнилось 60 лет. И вот в честь этого в киосках журналов раздавали эти книги про его биографию, личную жизнь и профессиональную. Ну что сказать? Чао, Диего Армандо Марадона!